В Колпашеве от огня серьезно пострадали частный дом и надворные постройки. Пожар произошел вечером 24 февраля в одной из усадеб на улице Базарная. Сообщение на пульт диспетчера пожарной охраны поступило примерно в половине 11 вечера. Огнем оказались охвачены одноэтажный брусовой жилой дом, бревенчатая баня и тесовые веранды. Строением причинен серьезный ущерб. Площадь пожара составила 87 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы 12 специалистов и 3 единицы техники. 25 февраля в микрорайоне Геолог загорелся брусовой гараж. Инцидент произошел около 2 часов дня. Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. В результате возгорания обгорели обрешетка крыши на площади 2 квадратов и потолочное перекрытие. Возгорание было ликвидировано в течение 12 минут силами 2 пожарных расчетов. Причина случившегося не сообщается. Гараж, где произошел пожар, находится в тесном соседстве с другими строениями. Судя по сводке, они от огня не пострадали.